Давайте со Сникерса. Такой Сникерс, обычный, классика. Сникерс – это тема. Чтобы чавка не было слышно. Я раскрыл секрет, у Марка вне стримов огромные донаты. Точно. Не, обычный классика Сникерс. Арахис. А ты вместе с коровкой. Спасибо, Кирилл. О, Смоки, спасибо. Да не, нормальный. Тут у меня темный шоколад специально. Темный шоколад со сладкими вафлями. Вообще со всеми сладкими. Хорошо сочетается. Мама, только сладкого ешь, зубы не болят. Не, нет. Я последний раз неделю назад ел сладкое. Я вне видео же не ем сладкого. Я только на видео ем. Спасибо. Ну, халву я давно не ел. Может, на следующую неделю, в пятницу, халву. Чуть-чуть. И точно, ням-ням. Попробую арахисовую халву, очень вкусно. Арахисовая халва есть такую, а где ее найти? Какие мобильные игры ты играешь? Я не играю в мобильные игры. О, Братулек, что пивас пил? Чем столько хавать сахара? Согласен, похмел. Мы пивас попьем как-нибудь. Вот это да. Подключи инет на смартфон. Потом подключу как-нибудь. Каролина, на Валберрисе можно любую халву найти, да? Вот что хотел. Темный шоколад хорошо сочетается со всем сладким. Он темный, горький. Ну, соответственно, придает горчинку. И со сладким вообще темой заходит. А я пельмени ем с кетчупом. Круто. Это тоже тема. Лагает. Две футболки. А, это не. Это такая футболка. Не, Жекой давно не пиздел. Чем вафли? Как дела, Виктор? Нормально. Топленое молоко, коровка называется. Ну. А что такое дампинги? Я не знаю. В каком городе живешь? Тикер спрашивает.
Я в Пермике, Свердловской области. Думаешь, в чебуреке с нутеллой была нутелла или просто шоколадка? Ну, возможно, была не нутелла, но другая паста какая-то. Возможно. Но была паста, да. Потому что орехов... Не, возможно, нутелла. Потому что ее мало было, и вкус был ореховый прям такой. Такое обычно только у нутеллы есть. Ну, вот именно вкус вот этого лесного ореха. Или фундука, что там ложим. То есть, но ее очень мало было. Это пельмени с травой, морепродукты вроде, а? Я же тебе сказал, кикер, в Первике живу, в Свердловской области. Думаю, паста была, нутелла дорогая, 700 рублей. Я вообще нисколько не зарабатываю. Дампинги очень похожи на манты, пельмени. Только обычно начинка там необычная. К примеру, с морепродуктами. А, понятно. Что с Жекой? Да я не знаю, не созваниваюсь с Жекой. Когда творог ел. Как на личном. Да заебись. Как всегда один. Когда роллы, не знаю. Когда творог, я не помню, когда творог ел. Последний раз я ел ватрушку с творогом, но я не помню давно. Если там написано нутелла, значит там должна быть нутелла, да. Жека работает в поте лица, наверное. Ты куришь или пьешь? Нет, я не курю, не пью. Только жру. Надо было пивка. Анонимус, ты же знаешь, я до 17-го не пью. Знаешь, почему я Вася сейчас не покупаю? Потому что у меня десерты очень редкие. Поэтому сейчас пока видишь... У меня десерты на стримах, то есть, проходят. Ну, и, в принципе, они очень редкие, поэтому я не покупаю, как-то, не знаю. Надо будет купить потом. CSGO, привет, как дела? Ничего, нормально. Не, 17-го я буду не пивко пить, я буду эту... Как его пить? И настойку, о! Выпустишь. Как чаёмба, нормально. Самое то. Настойка уже настоялась. Сколько... Нет, не курю. Сколько градусов настойка? 40 градусов. Она же на водке заливается. Там просто водка и ягоды, короче. Ну, ягоды, травы, короче. Просто я взял водку и залил эти ягоды. И в шкаф убрал. И вот 40 градусов. Чьем бы это тоже настойка, только из пакетика чая. Да, улетишь от настойки. По-любому. Я раньше любил эти вафли есть. Еще в 19 году, помню, их полгода ел, десертил. Я еще тогда мукбанги не снимал. Я помню, на десерт съедал вот 4 штуки таких. Ну, ограничивал себя, типа, сладкое вредно, там, все дела, короче. Ну. Не, чаёмба без сахара, конечно, тут сладкое, ты что, нет, ну. Угу. Не. Ведьмака 3 не буду. Да, это Россия, щедрая душа. 70% шоколад. Какао.
Здорово, Марк. Со сладким. Здорово, как дела? Ничего, Айсултан, привет. Я даже со сладким чаем сахарю. А, то есть ты сладкое запиваешь еще сладким чаем? Ну, это сильно-сильно, конечно. Когда в Жеку в гости позовешь? Не знаю, как закончит работать. Он сейчас работает. Приятного. Данчик, спасибо. Попробую вафли с молоком. Но это топленое молоко. Как к кальяну относишься? Любишь кали курить? Не, не люблю. Пробовал. Что-то не понимал эту тему. Ну, в чем прикол? Почему такой жадный всегда? Не знаю, Максим. Такое уж есть. Такая структура. Домашняя пицца или пицца из доставки? Пицца из доставки, конечно. А домашнюю я что, сам сделаю, что ли? А в принципе, в чем разница? Там тоже руками делают. Не знаю, мне например, пиццу не сделать своими руками тоже. Ждем мукбан с роллами. Ждите. На повседневной основе какой бы выбрал бы разные десерты или обычные блюда? На повседневной бы обычное блюдо, конечно. Десерты это так, побаловать. Ну, постоянно их есть не будешь. Яичницу жарить. Ну так, как попало, знаешь, на отъебись умею жарить ее. Как к безделью положительно отношусь. Так что на повседневной обычную еду, естественно. Сладкое это так. Побаловать все. Я же чисто для мукбанга. То есть, если бы не было стрима, я бы сейчас бы не жрал бы его. Не-не-не, кстати. Не, какие-то игры можно купить, какие-то нет. Через МТС можно это пополнять счет на Стиме. Я пополнил счет через МТС. И вот купил игру. Да-да-да, умеешь хрючево готовить только. Да, хрючево только. Я только хрючево умею готовить, пиздец. Марко стрим с тремя пиццами заблочили. Да. Ну, через VPN можно посмотреть. Там за авторские права. Так пиратку можно. Можно, конечно, да, пиратку. Можно. Не, смотри. Горький, классный шоколад с этими, со сладким. Смотри. А вафли, они сладкие. Шоколад горький. А все вместе? Можно, конечно, молочным заедать, но молочный такого эффекта не дает шоколад. А вот именно горький, он вот прям шоколад, вот чувствуется. Вот это вот и горчинка, и вот эта жиринка, вот это какао. А в молочном нет такого. Топленое молоко. Вафли с топленым молоком. Сколько задонатили на стриме с пиццей? Ну, 1010, наверное. Не, в танки не играю. Тревор. Сколько? 10. Чё за десерт? Ты говорил, что на мукбанге много всего будет.
Да, все, я уже съел, оказывается, мало. А когда дни нет мукбанга, голодаешь или просто чуть-чуть ешь? Один день я голодаю, это воскресенье, а вчера, допустим, в четверг, я ем только овощной салатик. Ну, небольшую порцию овощного салатика. Какой самый большой донат? Не знаю. Я люблю тебя самый лучший. Спасибо, Елена. Марк, а ты голодный сейчас? Не, сейчас уже нет. Раньше такие мукбанги здесь нет. Тут просто вафли и шоколадка немного. Ну да. У вас запахло весной? Нет, еще весной не пахнет. Да, раньше мукбанги. Ну там для видео, а тут на стриме как бы. Ну тут целая пачка вафель. Знаете, что у меня еще есть? Мир танков. Я не люблю танки. Марк, как ПВК? Нормально. Какой у тебя вес? 58. Умел вафли, да. Когда начинал канал, боялся, что будут хейтить? Да нет, не боялся. Я на это и начал делать основу, то есть, чтобы хейтили. А, шоколозаврики есть, есть. У меня еще остались 3 штуки. А есть что, сейчас покачал себя, научил, смотря на тебя. Мама теперь не ругает, что мало кушаю, как в детстве. Я до тебя только 1-2 вафли мог съесть. Прокачал себя, научил. Ничего себе. Смотри, так и дожирение можно. Сегодня много народу на стриме, посмотри. Ну да. А в прошлый раз так же было, даже больше было. Можно что-нибудь веселое? А что можно веселое? Комп за сурка покупал. Не понял. А, за сколько? 88 вышел. Это системник. Морген. Да не, Кадиллак уже слышали, слушали. Откуда берешь деньги на мукбанги? С донатов. Спасибо тебе, Ксюха. Давай... Что-нибудь веселое, я не знаю. Что можно веселое послушать? А что-нибудь веселое, как песня тебе нравится? Да мне что-то веселое, что-то не очень. Новый Мерин. Давай Новый Мерин точно послушаем. Вот, веселое. О, дымок, дымок. Точно. На-на-на-на-на-на-на-на. Давай дымок послушаем. Точно. Вот дымок тема. Это этот, Игорь Цыпа, да? Афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Конфеты-то остались. Не, кстати, шоколадзаврики вкуснее, чем вот вафли коровка. Не, из родника. Я на родник хожу за водой. А ладно, так сойдет. Дымишь, любишь? Не. Я не курю, парень. Не пью и не курю. Не, родник нормально не замерзнет. Бывает, замерзал. Уже больше 10 лет не курит, это точно. Здорово, Кориган.
Алкаш, диабетик, точно. За сколько комп покупал? За 88, системник. Я не знаю, почему извращенцы, не знаю почему. Мне тоже интересно, почему одни извращенцы тут собрались. Привет, правдивая. Да. Уже месяц. 7 числа, считаю, уже месяц будет, как я не пью. Ну, 6 не считаем. 6 я же еще пил, января. А 7, да, уже можно уже вот четко сказать, что 7 вот уже месяц прошел. Но я пью, не пью до 17. Чуть-чуть 40 дней даже получается. Ну да. Повседневный день. Надо было столько с их систему там бы проц ядер. Бля, это дохуя. У меня столько денег не было. Ты алкаш мог бы и совсем бросить. Это да, мог. Ну, блядь, на стримах неинтересно же. Я уже сейчас понял, блядь. Я особо и не пью. Не пил, ну, только же на стримах пью. Что-то повседневный день рассказывать. Ну, проснулся. Допустим, сегодня. Проснулся в 10. Пошел на родник за водой. А нет, подожди, пораньше. А, у меня же сегодня проснулся слабость такая. Вчера разгрузочный день был. Сегодня слабость такая была. Башка кружилась. Ничего. Закинул масло. Льняного. Чуть-чуть капусты, чеснока. Чуть-чуть, знаешь, там, поел. И все. Чесноком закинулся. И пошел в магаз. Не, вначале за водой сходил на родник, потом в магаз сходил. Потом пришел, пока распаковку заснял. Начал готовить. Потом заснял мукбанг. Помыл посуду. Потом начал все монтировать, это все заливать по разным соцсетям. Потом видео смотреть и все. Вот как-то так. Знаешь игру CSGO? Нет, CS... А ну, да, слышал. Дымок.